Я никого не заставлял писать такие песни, чтобы в каждом слове повторялось слово «Россия», «война» и так далее. Но практически, я думаю, 90% песен было о том, чтобы поддержать наших воинов, наших бойцов, которым досталась такая доля, такая участь и такая честь защищать свои семьи, своих детей, любимых, Родину защищать. Это народный конкурс. Народ. Станем, братья, за жизнь и свет, да за любимую свою. Станем, братья, пойдем на смерть и повстречаемся в раю. Песня поднимала и окрыляла, да, делала победу, конечно.